Беседки уже наросли. Вы только посмотрите на это дело. Какие стволы уже. Здесь реально, уже, я думаю, 35 есть у них обхват. Ну и крона полноценная уже в буквальном смысле. Это вот из внутренней стороны. Они так выглядят у нас. Уже плотные, уже готовы полностью. Дальше идем. Небольшие бонсайчики наконец-то у нас, наверное, наросли. И вот хочу показать вам, как с обратной стороны березы выглядят для живых беседок.